песни встали, и в забой отправился парень молодой. Девушки пригожие песни встретили, и в забой отправился парень молодой. Топонимики. Как во всяком уважающем себя городе, в Москве каждая улица, бульвар и площадь, переулок, проезд и тупик, шоссе, набережная, проспект и просека имеют собственные имена. В этих названиях запечатлена многовековая история российской столицы, память о людях и духах, вере и славе, городах и странах, войне и мире. В этих именах есть все – природа, поэзия, красота, правда, надежда и радость жизни. Сонным и патриархальным Ленивке, Тихой улице и Подушкинскому переулку перечат инициативная, деловая, игральная и миллионная улицы. Московским размахом и удалью печатся Привольная, Широкая, Просторная улицы, Площадь Разгуляй, Шалопутинский переулок и улица Щепок. Продольная существует в согласии с попутной со студеного проезда и снежной улицы по сезону веет прохладой или морозом. И уступают друг другу в изяществе переулки и фигурные. Мажоров переулок и Потешная улица подсмеиваются над Мазиловской, Хоромным тупиком, Палочным и Партийным переулками. Есть в Москве и улица Правды, улица Матросская тишина, три радиаторские улицы, Физкультурный проезд, Четырехдомный переулок и улица Жужа. За загадочными названиями улиц Квесистская, Кетчерская, Астрадамская и Рочдельская скрываются революционный латыш Юлиус Квесис, москвич друг Герцена Николай Христофорович Кетчер, голландская столица Амстердам и город Рочдейл, где в середине 19 века английские ткачи положили начало рабочей потребительской кооперации. Радио России. Слушайте в эфире «Радио России». Она дерзка. Годы на радио научили меня мастерству ведения боя. А странный язык. Там можно повстречать гигантского космического слизня. Его возвышенность, великий Джабахат, объявляет, что вы должны быть уничтожены немедленно. А каждое воскресенье с часу дня она будет говорить о том, что действительно волнует всех женщин. Вы только давайте без бровок, ресничек, годовасиков и всей этой прилизанной жизни, как в инстаграмчике.
Мужчины тоже могут присоединяться. Интересно будет всем, как и всякий раз, когда в эфире... Максимова. Каждое воскресенье в 13:10 по Москве. Радио России. Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92. Здравствуйте, в этом выпуске. Хотел поставить совместно членов мирового сообщества другие правила. Крупинский суд в Москве. Гостиница на востоке города, где произошел пожар. И бразильская фармацевтическая компания начнет производство вакцины против коронавируса Спутник. Далее подробнее. Власти западных стран, направленные на узурпацию процесса принятия глобальных решений, наносят вред. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, выступая на онлайн-заседании Совета Безопасности. Страны Запада